Доброе утро, дорогие друзья, с вами Светлана. Сегодня хочу показать, какие крупноплодные томаты у меня уже созрели. То есть сделаю сейчас по каждому томату ролик отдельный, потом все это вместе соединю, взвешиваем, какие они на вес. Попробую на вкус, который уже можно разрезать, который дозрели томаты. Ну все, начинаем. Томат «Бабушкин секрет». Сейчас вешаем, сколько у нас получился на вес. Такой томат. Так, 476 грамм. «Бабушкин секрет». Томат «Бычье сердце гигант». Сейчас посмотрим, сколько этот гигант весит. Вот, 270 грамм. До 300 грамм не дотянул. «Бычье сердце гигант». Томат «Говядина с куста». Вот два плодика сейчас вешаем каждый. Сколько примерно получилось по весу. Значит, этот томат 293 грамма. Так, и этот 330 грамм. Побольше получился. «Говядина с куста». Томат «Король-гигант». Сейчас посмотрим, какой он гигант у нас получился. 399 грамм. Чуть-чуть. Нет, даже 400. 400 грамм. «Король-гигант». Вот такой он по внешнему виду. Томат «Король Лондон». Тоже крупноплодный томат. Сейчас вешаем, сколько он будет весить у нас. Так, 473 грамма. «Король Лондон».
Томат минусинский гигант розовый. Вот такой он по внешнему виду. Сейчас вешаем, сколько он у нас весит, этот томатик. Так, сколько тут получилось? 416 грамм. Томат минусинский медведь. Вот такой вот он по внешнему виду. Сейчас вешаем, сколько он будет на вес у нас. Так, 299 грамм. Минусинский медведь. Томат солдат буффало. Вот такой он плоско-округлый по внешнему виду. Сейчас вешаем, сколько он будет на вес. Тут подписываю название томатов, потому что томатов много. Так, он у нас по весу 408 грамм. Солдат буффало.